интересно. Ну заходите там на этот крокут, стойте здесь, посмотрим, что там будет. Может быть, надо будет трэш. О, смотри, мы быстрые, зеленые, их не было, да? Не было. Сейчас запустим. Осторожно, вальки риснулись. О, вальки, прячемся к стене. Прячьтесь, прячьтесь, сагрите, умрем все. Все, нет, не будет пробу, короче. Короче, стойте, да. Все, запустился. А трэша нет, да? Нет. Трэш существует. Ну тогда. Поднимаемся? Да, тогда идите сюда, надо валик не зацепить, желательно. Или если зацепите, надо убить. Он зацепили, слышите, назад бегите, вальку бейте. Ставьте метку на него. Сейчас согрю. С меня ассиста сняли. Так, Вальку сильнее. Так, Крок побежал. Не забегайте к Кроку. Это тварь, короче, лорд Кавасаки. Бейте точечно Вальку, а то мы сейчас еще вайпнемся. Слава Иисусу. Блин, Крок опять. Не, он не забагается точно. Но если вот эти люди не будут заходить за Крокот и дальше, то не забагаются. Так, давайте так, кто-то один. Олег, давай ты тогда командуешь парадом, чтобы не было у людей дуальности, кого из вас слушать. Ну, вон лорд уже побежал. Видимо, не хочет травить его. Прикольно, он типа повторяет свои фразы, а трэша нет. Так, где останавливаемся? Куда не заходить? Вот, все, можно уже заходить. Сейчас она будет убивать копии на этих зеленых. Ты сам привел мне а танк есть ДК, не? Восстаньте, чемпионы серебряного авангарда. Походный сны есть. Поганый, что ты там говорил про топчиков, про разбаг? Заходите резче в инст, бейте мобов. От тебя этот фон идет. Сейчас убавлю. Давай спокойно отбагивается. Ее бросает. Может быть, ты...
А чё вы на синдруп побоитесь пойти? Чему не побоимся? Ну вон там вот эти все там захилим, я ох, чё это такое? Не оставляй надежду. Не дашь ассист или ты постоянно забирать рейд и стоять по полчаса здесь? Раз, слышно, нет? Ага. Вот, отлично. Вон там раз. РЛ, ты тут? РЛ, ты здесь? Андрей. Андрей. Больные рейды. Надо, наверное, пересобирать, да? Систа нет. Могу брать не. Я бегу. Андрей. Он походу АФК, что вот он возле Альки стоит и не двигается никуда. Ага. Сейчас я не думаю, что там он навовсе пропал. Надо просто РЛ другого. И сцена из вторых пиратов. Капитан Барбоса такой спускается, яблоко закидывает. Специалист по. Куда возьмешь курс, Джек? Я устал, короче. Расскажите пока тактику Рагниру. Давайте, может, пересоберем быстрее. Так, Дикама нету в этом. Тогда что делаем? Пересобираем? Я предлагаю два варианта вам. Первый вариант пронести 30-40 минут, чтобы собрать рейд. Ждать дама и Иса здесь. Пропадаешь. Зикаться. Да, Дика, короче, пропадал, он чуть не очень понял. Пересобрать рейд, предлагает он, и пронести за 30 минут треть босса этих. Там есть... Это будет прекрасно. На микрофон далеко стоял. Говорю, два варианта. Либо пересобрать этот рейд. Я там по РЛ, если надо будет, пронесем быстренько. Либо подождать этого Дикама и посидеть еще часик-два. Давай. На каком диверсии я собираю вот этих людей из гильдии. И все, кто был в рейде, плюсуйте там ему. Потому что я не знаю этих ребят. Кому плюсовать, говорите. Да, кому плюсовать, потому что я не в гильдии. Так, Лита. Напиши в чате ник этот, чтобы все знали. Вон Хант с ромбиком, ей плюсуйте и все. Покиньте и плюсуйте сразу. Тело покиньте и плюсуйте сразу. Ну, кому спать охота, мы без вас справимся. Спокойно там уберемся. Только покикай. А, ну да, покикать мы не сможем. Покинь все рейд, потому что мы тогда не войдем в него. Создай рейд, чтобы нас не выкинуло отсюда с инста. Так вон еще 5 человек в рейде, блин, какие-то затупки, походу. Они не хотят убивать. Сидрагос и Далек падает. Клык. Блядь, лорд Кавасаки, ливни с рейда, пересбор идет. Не тупи. Акура, ливни с рейда, не тупи. А, все, он дал ране. Какие-то у вас реально заможенные, ребята. Плюсик в чате поставил. Там пати кинешь. Меня суманетики кинуло на кладбище.
Всех, всех походу выкинуло просто. Да. Всех? Понял. Ну да. Давайте пати-то. Сейчас. Так. Там Узумаки, Ралли, точно. Ни хера не делают, можешь позвать их. Сейчас посмотрим. Ты мне главное пати кинь, я там всем постоянно покидаю. Угу. Кто у вас вообще гемги? Да. Вот это я и есть. Угу. Так, ты на певчем, да? Да. Давай пати. Переходите к нам в гильдию, будем убивать все. Нет, нет, как вы тут. Давайте подождем пока с вербовкой. Не переманивайте никаких людей тут. Ну сейчас я просто за протовары затанчу, ладно, хорошо. И сразу скажу, там обучаю протоваровскому искусству. Так, сейчас наберем еще. Надеюсь, это не все люди, не хотя бы 20 там. А сейчас. Да, я ассиста там. Блин, Вальки летают, я не. Осторожно, Вальки, да. Ну да, ты Вальку от один не убьешь. Стюша, это кто? ВРК какой-то чел? Это Холипа. Стюша, все правильно, Холипа. Мне плюсует просто почему-то. Лича тоже, конечно, аминка. Смысл. Так. Ребят, если кого-то пропустила в гейчате, плюсаните мне, пожалуйста, еще. Это хилы плюс. Была куча хилов. Ну да, там три шамана была, сейчас один. Да. Могу в престол зайти. Так, у нас Шнапс вышел, то есть один из хантов вышел. Бедняга. А танк есть? Танк есть? Ламарти, какой класс у тебя? Так. Сова. Отлично. Давайте. Сейчас холи приз займет. GeForce, какой класс? Против. Отлично. БДК в рейде есть? Похабный это БДК? Да. Пекаси БДК. Ну сейчас заберем людей. Рейд убиваемый. Надо только макрос написать. Смотна 25N. Вот Джерриона позови. Манис, Дилси. Нужны РДД. Хилы. Спасаем. Рейд. Эншипвоз. Н. Суббота все-таки не четверг. Нельзя так рейды не добивать. А у вас что за гильдия? Молодая какая-то или что? Ну, скажем так, она не то чтобы совсем молодая, но. Короче, мне было непонятно, ты там скопируй этот. Что там, кто люди писали с первого босса? Просто скопируй в РК, чтобы ты видел. Не осталась история. Там человек РК просит. Кун. Сейчас наконец. А, да два танка же есть, нормально. Это бы фурика.
Бля, надо добрать людей. Надо просто АДД какие-то, любые. Только просто 5-6 хватит. Ну и пиши 5-5 и все. Убьем Мизи. О, ну тут вообще от 5к можешь писать сразу, вместе с Джереном. Если не пойдет. О, Сузумаки от 4к пиши тогда. Я их просто пати кидаю, я им даже не говорю, что это такое. Может, они останутся. Блин. Надо еще пару хилов, наверное. Лучше надо на шмана заходить, походу. ДЦшкой будешь думать там. А где Рогни? Рогни, я же ради Рогнера собрал рейд. Он так, не знаю, расстроился, 3 часа сидел тут. Сейчас вот. Бы ему вспомнили вещи. Спать ушел. Рогнер, мы с тобой. Рогнер, заходи. Так, какой-то Соловар 6-4 маг. Соловар маг. Да. С Liberty Squad'а. Давайте. Блин, надо еще пару человек упал шам желательно. Че там с гильдии есть еще люди? У нас практически уже больше никого нет. Кого можно взять? У нас какой-то уретрик, может его надо это самое, чтобы он с того рейда ливнул. Может он 10. Хан 5.8, так, тактики. Накея позвать. Уретрик, блять. Да этот уретрик ливер, блять. Какой, какой ты сказал? Пидор? Ливер, ливер, уретрик, блять. Ну, в принципе, пидор, да. Не знаю, это хопка, блин, не ливал ниоткуда. Да на прошлой неделе 10 обычку ходили, пидорас ливнул, сука, посередине. Не, это такое бывает, может быть свет выключают, там что-то такое. Да, нихуя у него свет ничего не выключил, он просто ливнул. Так, блин, с вами ходить по 5 часов, ты не это сделаешь еще, наверное. Так а чего брата Рогнера не добавили? Пуговый синдрагус, а, в этот... Не знаю, ну там он же врага что-то пишет. Верхний ярус, красотка, дум. Потому что... Может он троллит, я не знаю. Он тролль, наверное. Вот. Это высотка, это ваш сидельдеец. Мне кажется, этот человек не обижает, где он находится. И там просто 3 босса осталось, он пишет, на кого идем. Да, он новенький в гильдии. А, красотка, ты был в этом, в ссылка или нет? Махалёна, идем. А, ты была? Мне понравится, Зая, мы на дракона идем, ледяного. Да, я не знаю, насколько это правда, но она типа пишет, что бухая. А, ну или не страшно, я тоже бухой. Может, это мужик какой-то. Не, ну для тебя, наверное, не страшно. Вот. Я... Вальку сагрили. Вальку сагрили? Ну, а, так она уже писала, что бухая, она была в рейде с нами. Умирает, значит. Нет, без разницы. Насколько встанем, блин, просто. Давайте, 2 ДД надо найти. Если Джерри не было, конечно. Прикол в том, что Валька по ближнему, по маленькому кругу летала. Как ты сагрила красотку? Лечу хотела пройти. Ну, мы когда бухие, всегда так делаем. Так что ничего страшного. Так, надо 3 слота. Есть эти там друзья какие-то знакомые? Могу зайти вторым окном. А вон в РК пишет, так, еще предатель. Он... Так, это кто? Он с нами был, подобрали. А вот это. Это вот вот? Вот. Вот это предатель, так или что?
Да-да-да, это он един в двух лицах. А, понял. Вот так. Ну, очень понятно просто. Но... Вот так. Вот. Ну так, глядишь, взаимно узнаем много интересного. Вот так. Вот так вот. Мы ходили. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот. Ну, я думаю, что мы сейчас добьем по-быстрому. Живенько и оперативненько, потому что это проход делать на 25-ку обычку, но это просто нереально. Ее, во-первых, не соберешь, а во-вторых, смысла нет. Ну да. Поэтому мы, герои нашего времени, пришли спасти этот период. Вот так мы вот. Через лечение, а убиватора Рокбинера так никто и не добавил. Просто они еще не опытные. Так, один слот остался. Сейчас зайду. Нахопалось, захилю быстренько. Плюс они куда-нибудь, чтоб тебе добавили. А ты просто ассиста дай Войду. Там сейчас. Расскажите, что кто развешивать будет. А, сейчас заберите два паладина, да? Ну все равно скажите, короче. Подожди. Кому дать ассиста? Будет вторая пати. Шкаф запилите. Локи. Аминка, ты здесь? Лок. Амига. Мне не нравится. Аминка. 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 Бля, два человека надо брать. Это надо было пристальненько делать, а не локо. Не, мне уже нравятся эти люди, я хочу в гильдию. Приконите РК в рейд. Чё ты на заходишь, зовёшь? У меня там ассист. Подожди, сейчас надо добрать два человека. Аминка, ты здесь, нет? А, нет. Надо ей послать воздушный поцелуй, вот так вот. Вот так вот? Ой, не то. Вот так вот. Аминка, как дела там у тебя? На ВРК вообще? Для меня и все ВРК, сейчас я соберу. Да, на ВРК. Все, сейчас заберу. Аминка. Пускай ставят шкаф, линканите людям ВРК. Людям РК, линканите в рейд. Аминка. Давай, пати. Есть там шкаф? Да, теперь есть. Кинулась. Давай. Сейчас дам по этой прямой пати. Загоняйте. У нас по КД уже. Ты катя. Чего? У тебя КД, у тебя КД. Бля, походу уже помогал кому-то. Давай, сейчас. Сейчас я на другого зайду. Владина. Перекиньте людей все в РК. Тут уже да 30 нет. Человек РК, нормально. А, я в каком-то рейде тоже был, в молодой РД, походу. Вчера пронесли. А вот этот похабный, или как там тебя, у тебя есть ДД? Похабный, спекайся в там, этого, ДД. Вот, ты лучше по домаш. А я фурик, ну. Он протопал, джеди. Фурик прот?
Фури Прос, да. Могу одеть щит. Перекинь, а еще перекинь, бьюти Кай. Это а у меня это у него КД. Да канап у него КД. Ну, не повезло, пацаны. Лолочка, ты в РК? Какая Лолочка еще? Лолиточка вот эта. Раздавай эти кулаки. Протопал, раздавай каску. Дай ассиста стилу или РЛ там. Кому? Стилу. Стилу. Что за движение? Называется ничего делать. Давай ты слева потанчишь, протопал справа. Королев не хочет корону отдавать. Да, боится, что я кину рейд. Да давайте чек на АФК. Захилите истерию, пацаны. Не, не кидай истерию. Истерию на Вальку. Писваны, хилишь с этой, на дро, остальные на вальке, летаем звездочки. Сейчас это приманы. Протопал, ты в РК? Да, конечно. Каску раздай на паладина. Если бафаете, то бафаете, все, делай лап. По ДК лапу. Сейчас я макрос пропишу. Каску на рогу. Линканите еще раз РК. Ждем лука, начинаем. Этот хашмар, ты слетаешь в порталах. Стюша тоже в порталах. Олег, я тебе отдала лидера рейда. Забирай сам лук, ладно? Ну ты просто лут отдам, на лече разрулишь после лича. Красотка дрона рейдня. Списваны на рейде, все остальные порталы. Рейди, штеди, гоу. Узумаки, ты зашла? О, вижу. Прикинь еще вот этого бьюти Кай в скобках. Ну потому что, Лолиточка, чтоб ты не ливнул, но если заморозишь рейд, то я тебя кикну с рейда, и ты не получишь лут, вот и все. Тыкайте носом. Кто тут час торчать не будет, это 30 минут убивается, 3 босса. Короче, потом присуманим, чек. Все, мы здесь. Так, погнали. Слушай, у тебя есть символ с этого? Печать света. Подавление слева бейте. Прилетит подавление. Потом остальной трэш. Влево этого даже не знаете. Справа близко ледяной. Шаман, хиль вальку, блядь. Шаман, ты в РК? Да, я даже не знаю, что делать. Ну блин, хиль волной исцеления вальку. Нажимаешь быстрину, потом два раза волной исцеления, потом цепное исцеление, опять две волны, опять быстрина. И хилишь вальку, летаешь в портал. К зеленому кружку подойди, чтобы в портал зайти. Вот, нажимай. Заходи к зеленому кружку, ищи звезду, звездой летай. Стюша, заходи в портал. Подавление. Слева сверху и снизу. И справа сверху. Просто со всех сторон мы всегда идем. Подавление сначала снимаем. Во, ребята, это походу вы снов не знаете. Ледяной слева далеко. Огненный. Слушай, слева близко. Там вы найдете спасение. Давайте, порталы собираемся. Справа будем летать. Видите звездочка, где стоит?
Заходите в порталы справа. Я извиняюсь, не понял. Ледяной справа далеко. Так, сколько у нас танков? Давайте вы не будете говорить бесполезную информацию не про ледяного справа, это несущественно. Что ты там хотел спросить? Я спрашиваю, сколько танков у нас? Два танка, Джерион, ДК и Протопал. Слите Вальку. А Мишка что делает здесь? Это не должно тебя волновать. Бейте подавление слева. Давайте, собираемся хилы в центре. Справа куча порталов, занимайте быстрее порталы. Он потом спекнется в свой, не переживай. Это не самая существенная проблема на данный момент. Не, это... ну я понял, я так спешил, я поэтому извинился. Вот этот, кто там впереди летает меня? Стюша. Тебе непонятно, что я сказал? Летать за звездочкой, чтобы мы больше порталов собирали. Ты просто забираешь у остальных хилов эти стаки. Ауру смените. Плавай. Поставьте ауру средоточения еще. Давление сейчас будет. Там слева по давлению и справа. Справа собираемся хилы. Стюша справа за звездочкой. Зашли в порталы. Шамана только вижу. Коля упал, ты зайдешь в порталы? Понятно. Стюша, ты вверка? Понятно, что вы тут сидите по 3 часа. Стюша, зайка, тебе надо в порталы заходить сейчас. Новые порталы, ты увидишь. Где-то 20 стаков. Я вот сейчас смотрю, вот Стюша, знаешь, что делает? Просто стоит, мечется возле портала и накинет вальку. Ну, не знаю, в чем прикол. Ладно. Ну, еще логика какая-то. Кроме знаний тактики. То надо хилить босса, например. Еще два портала и захилим. У меня уже 33 стака. Давайте порталы сзади, слева. Три портала возле звезды. Так, я думаю, можно сейчас... после этих порталов просто. Давайте за звездочкой. Посмотрите, где звезда, и летите за звездочкой. Давление. Вот эти желтые шары дают вам стаки. Плюс сколько там, 100% от хила. Не пережайте звезду. Вы видите, где звездочка? Шаман, давай рост. Кун, давай гимн на хп. Дал. Молодец. Авиценна, гимн на хп. Beautiful гимн на хп, если есть. Дал. Подавление сливайте. Так, терпите еще, короче, 10... сколько там? 10 секунд. Но лучше порталы побегают. Это один из захилит 6 лямов без стаков. А ты там один хилишь, ебаный стик. Подавление бьем сейчас все. Подавление справа от ворот. Справа быстрее. Да, походу еще один портал надо будет. Хилы выбить. Иди, иди ты, один хил. Спойте гимн, маны, там у кого есть. Еще гимн остался. Пошел гимн, маны.
Блин, это я еще не хотел оставаться на ШП. Тупо хилы не летают, блять. Подавление объема. Блин, шаман. Хиль, исцеление. Стюша, хиль, светом небес, Валю. Валя — это зеленый дракон в центре комнаты. Дракона, дракон. О, череп. Подавление слейте лучше. Господи, боже, почти перса было. Ура! 50 тысяч архив, блядь. Ты хи 50, 30 ёпта. Смотри рекаунт. Них весь. Нахуй рекаунт с кадра точнее показывает. 46 тысяч, блядь. Переносите в РК людей. Сейчас принесу. Чё это, блядь? А, скада теряет, пока летаешь. Пока ты собираешь стаки, скада тебе минусует ППС. Олег, блядь. Ладно. Ты смотри, шаман цепной. Вот так вот, блядь. 679 тысяч. Он блядь, цепным исцелением килил. Ребят, ну, в принципе, все с чего-то когда-то начинают, поэтому поржать можно, но он в РК ему говорил, хиль волной исцеления, а у него цепуха в РК, ну как это вообще? Не, идем дальше. Сотка цепуха. Пристринает цепуха. Сотка, вставай, Рэс. Ну, после леща будет, да? Красотка Ду, ты померла в лифте, давай на кладбище побыстренько. А потом мы поставим шкаф и тебя присумуем. Мне кажется, надо хилом заходить сюда, блядь. Ну смотри, есть, как тебе сказать, первый раз на лече, или где ты там сказал, и знание не то, что тактика, просто знание даже не класса, а просто по логике хотел подумать, чем можно хилить. Вам тут не будут объяснять, какие скиллы юзать именно. Это ЦК 25М. Так, шаман, я не знаю, ты, ну, какой-то, ну... Что ты шаман, пишешь? Ты 200 тысяч нахилил. 200 тысяч. Короче, сейчас забей, все, не надо сейчас на этом останавливать. Ставьте шкаф, суманите сейчас друиды. А собственно, цепухой ты много и не нахилишь, все же разбегаются в разные стороны. Если он одну цепуху знает, то там досвидос. Короче, тебе надо просто уже... Зайти на форум, посчитать гайд. Ну, хоть знает, как раздавать. Это хорошо. Я тоже пора было. Стрим, мы уже убили Мальку. Захилили. Достался синдром. Самый легкий босс в этом месте. Сейчас, бля, весело будет на 8. Осколки забираем. Сейчас будут вот так вот рейд морозить, блядь. Я вам расскажу тактику, как не заморозиться 100%. Если человек не выбегает с метки, надо просто к нему отбежать. Вы слыхали такое? То есть не быть 25 нубами, а сделать так, чтобы было видно одного нуба. Тогда можно предотвратить вайп на синдромосе. Короче, вы поняли, от войда нужно убегать. Специально буду гонять. У меня рывок есть там, если еще. На переходке, блять, моросило. Нарвался на неприятности, пацан. Кто первый раз на синдре? Плюсик поставьте. А, кстати, передаем привет родителям, всем там знакомым, близким друзьям.
тем, короче, вы попали в видео. Видео Войда. Которое никто не смотрит, так что не парьтесь. Да. Почему я смотрю? В общем, пару моментов. Запомните, если я говорю, сейчас притянет вас босс, вы должны отбежать. Это обжигающий холод. От него нужно как можно дальше отбежать. Вы это увидите, если у вас есть хотя бы какая-то маленькая реакция. Не отбежите заметкой, вайпнитесь. Я даже не знаю, с чего начать, если тут вообще люди ничего не знают, что делать. Не гоните РК человеку. Я просто буду во время боя буду максимально быстро говорить, что делать. Если у вас есть реакция, вы все спокойно сделаете. Там вынести метку под босса, там влево, отбежать туда-то, сделать это. Там где-то забагался, что ли, мог? Не-не, проходи. Сотку у тебя есть? Хотя, ладно. Часто у вас вообще такие рейды? Тут же у них не все с гильдии вроде как. Это уже практически полноценный учет. А как шаман 4-4 вообще в рейд попал? Не знаю. Вагонами попал, вагоном. Я сразу сказал, что я вагон. Ну переходи к нам в гильдию, я тебя до 6К одену за одну. Не, не могу. Ну все, вот успокойся, короче. У меня тут друзья. Не надо не Пора на игру. Это угроза или соблазн? Соблазн, не, не, спасибо. А может быть и угроза. Не человека в РК. Привет. Привет. Беги отсюда, чувак. Это же босс? Псика, ты тут? Да, да, здесь. Молодец. Да, это босс. Этот чувак просто рофлит. И это тоже босс. А ну-ка, скажи свой ник, Кашмар, в РК. Где там твой ник? Такой же. Такой же? А. Нормальный ник. Просто интересно было, РК. Давайте все наверх поднимаемся. Списва на хиле останется тут. Один хил по сути в рейде. Мне кажется, надо еще хилом зайти, у меня тут есть. Ну и хватит столько хилов. Нет, это все хилы еще. Мне кажется, не хватит. Я вдруг там такой нормальный, да? 4-9. Сколько? Она же еще бухая, блядь. Нет, не захилишь, мне кажется. Могу в полик аспекнуться, у меня, конечно, там где-то 5. Делите все от ступени, босс. Ну, давай, кон, спекайся в ДЦ. Вот видишь. Маги, поставьте стол сразу. ДЦ, это же бесполезно будет. Давай я холиком зайду. Сразу... С хилом проблем не будет, будет проще намного. Блять, там абсурд 13 кусков, заебал. На лече 25 гер. Красотка, у тебя есть ДД? Тушите рыбу. Спектр. Чё, можно под рулям баб дать? Хотя бы здесь. А сум можно, нет? Сейчас, блять, на шкаф сразу сумоним, типа. Стыкайте на сум.
Я могу, в принципе, в холика спекнуться, если что. Не надо, уже есть эти хилы. Принимай сумму, кушайте рыбу, раздавайте бафы сейчас. Все здесь, фулл баф по рейду. А этот холипал, что ли, обиделся, что ли, ну? Или чё? Каску под рейду дайте. Так, у нас два. А нет, всё правильно. Есть у кого-то Дживс или Мамонт? Ну, странные какие-то люди. Протопал, дай, пожалуйста, каску по локу. Ты знаешь эту тактику здесь, чего делать протопал? Судя по ГС, знает. Отлично. Заходи быстрее. Половина загрузилась. ДК, может, не пьет, а рейд остальное умрет. Все, что там, чек? Смотрим, где звездочка, кружок точнее. Что такое? Бля, да я сам не знаю. А ты просто основные стой. Моменты чисто расскажи и все. Просто стой, вторая фаза начнется, когда за глыбой скинешь стак и пойдешь поменяешь ДК и все. Вся тактика. Можешь повторять. Не, просто хайс. У нас друид опять сдох. Кто-то меняет, кто-то в одной. На второй фазе не будешь знаю. Менять джей этого, БДК. Но знаешь, становишься в одну точку с танком и таунтишь босса. Потом с тебя забирают ДК, ты даешь по себе дна, не уходишь под рейд скидывать стаки. Сейчас будет притяжка, обжигающий холод. Внимательно. Притянет рейд, должны все отбежать. Отбежали. Как можно дальше отбегайте. Даю сакру. Смотрим, кто выживет. Все выжили. Господи боже мой, это чудо. Теперь вы знаете половину тактики на этого босса. Сейчас будет вторая половина. Сейчас босс кинет 5 меток в рейде. Эти метки должны выйти на дистанцию. Вон как квадратик стоит, крестик. Все, надо сейчас прятаться за этими глыбами. Потому что Синдра кидает бомбу, которая наносит урон. Шаман, поставь тотемы. Я не знаю. То есть ты будешь так слакать, я тебя реально кикну. Даже нихера не делаешь вообще. Может, это реально какой-то тролль был? Да нет, я реально не знаю ничего. Да, такое ощущение, что... Бля, не бейте метки, забыл сказать. Надо ждать, когда будет призм... хп. Да не надо было. Это не Гера. Просто такое ощущение, что, блин, тут половина людей потроллить. Да у них здесь половина людей задрота, а я не задрот, понимаешь? Да при чем здесь задрот, надо мозгами. Ну а как иначе? Ну не знаю, я же тебе объясню. Ты думаешь, мне вот прикольно троллить там или что-то? Ну не такой я. Все, смотри внимательно. Помолчи и рейд, цепуху там кастуй. Только не на тебе я сейчас дебал, видишь? Бежали. Прочитайте два дебафа, посмотри, что они дают, подумай, что надо дальше сделать. Давай, заклинание цели через некоторое время наносит ей ответный урон. То есть, если ты будешь произносить заклинание, на тебе будет вешаться второй дебаф, который будет по тебе наносить урон. Это понятно? Короче, не хиль. Да. Здесь не надо никаких знаний, здесь надо просто по логике подумать. И все. Метки вперед выносим.
Давайте глыба до 200 тысяч. Прячь за глыбу, слева метка. Видишь хашмар? А, ты не видишь, что глыба. Ну, вот это прям от меня толк. Видишь эту глыбу? Если на тебе кинется глыба, я скажу твой ник, ты выбежишь либо под босса, либо влево в сторону, ты понял? Mm-hmm. Проще простого. Только не в босса забежишь, а встанешь на границу с фреймом. Спасибо, ребята, что разбиваете глыбы. Сказал до 200 тысяч. Да, зачем вы глыбы забивали, а то же не понял. Теперь гимн на ХП надо отдать. Ну все, не надо гимн на ХП. Ламарт, поднимай ТВД, Лита под босс. Видишь, метка пошла. Мелики отошли от метки. Отошли от черепа все. Отбежали лево, право. Интересно. Разбивайте метки. Хорошая реакция. Давайте все гимн отхил, следующую метку влево. Череп разбить. Сливайте метку быстрее. Авиценна, давай гимн отхил. Давай рост, Халшмар. Отбежали все от босса. Притяжка, отбежали. Следующую метку под босса. Под босса, лорд. Видите череп? Отбежали от черепа. Мелики отбежали от черепа. Отбежали. Ждите, пока приморозится. Все, сливаю метку. Следующую влево. Beautiful влево. Мелики бейте, босс РДД, метку бьем слева. Слить метку. Нормально. Есть еще БРы? Поднимайте протопал, если есть. Следующую под босса, Авиценна под босса, череп под босса, череп. Отбежали от черепа. Так. Нормально, разбивайте метки, следующую под босса. Будет притяжка. Под босса Интеус. Отбежали, милики, отбежали от черепа. Прячься за глыбы, в звездочку становимся. Дайте бафы по... А, протопала уже нету. Так, давайте под босса. Ламарт, под босса, милики. Милики лево-право отошли. Все, сливайте метку. У нас реакция беда. Следующую в сторону. В сторону уноси метку. Дальше в сторону. Все, остановись. Следующую под босса. Под босса гаси. Мелики отбежали. Блин, что метку меняет? Все, ждите притяжки. А, не, разбивайте метку, притяжки нет, ошибся. Все, добьем уже. На мне метка, видите, вот так не надо делать с меткой, где я сейчас в рейде стою с меткой, я лучше отбегу. Боже, господи, боже. Поздно, блядь. Сколок ролим. Спецвана красава хилит, заебись. Подавайте поблагодарим Спецвану и БДК. Без них мы бы вайпнули здесь. ДЦ нормально. Я весь лут отдаю этому Ханту, он разролит после лича. Осколки можно сейчас порубить. А осколки зачем убить? Я всю вторую фазу, блядь, метки ловил, заебал она. Блядь, метки. Освобождем куда. Не знаешь, не нравится красотка. Вот. Валька летает. Смотрите аккуратно. Короче, если вы будете тупить, придется менять людей на личе, так как нереально будет убить его, если вы будете разливать лужи. Да не бегайте, вы стоите. Она что, упала и все, ничего не хилила, не дамажила, да? Ну да, там просто мы не захилили ее на притяжке. О, не на притяжке. Что, бьем Валик, нет? Да, убейте Вальку. Да, тебя не убили, ты себя не хилила просто. Надо было на себя кинуть омоложение, восстановление, жизни цвет, 300 и похилить по правительству. Короче, шаман, если босс кидает на тебя осквернение, ДБМ еще напишет.
Высветится твой ник по центру экрана, что Хашмар на тебе осквернение или осквернение на Хашмар, не помню. Должен выйти с рейда с этим осквернением, с этой лужей. Почему? Почему? О, господи, почему? Я просто буду вам все быстро говорить, я не люблю объяснять и особо не умею это делать. Да все падает. Нахилится, кто-нибудь может с нее сдиспелить? Да там ауру уже висит, падайте. Падайте. Слишком большой ДПС вредит, поэтому Валька вас победила. Хашмар, ты знаешь про мертвящую чуму на первой фазе? Босс кидает болезнь на рандомного игрока. С этой болезни нужно выйти протопалу с трэшем, чтобы эта болезнь перекинулась на трэш, потом этот трэш убила. Если с тебя не сдиспелят эту болезнь, ты умрешь, так как она наносит 100 тысяч урона. Чума это может, эта болезнь может перекинуться на кого-то, есть такое свойство. Поэтому если ты будешь стоять в рейде, она перекинется на другого игрока в рейде. То есть мне надо бежать к танку? Да, к танку протопало. Потому что если ты будешь стоять в рейде, либо ты сдохнешь, потому что тебя не диспелят, либо диспелят она в рейде. Чума пойдет по рейду, она не будет на трэше. И трэш не умрет. А у трэша 5 лямов. Молодец, красотуля. Блин, я не знаю, где у вас глаза. Глаза у шамана второго тоже. Пошел, нагрел Вальку. Давайте вы реснитесь, умрете там, и мы вас суманем просто. Все, побежали. Тыкайте. Я не знаю, как можно попасть в рейд и хотя бы не знать минимального. Наверное, можно. Научите меня. Да, наверное, да. Прав. Все правильно. Может, на шамана зайти? Шаманом проще будет захилить. Да, Интерс, я все знал на самом деле. Просто прочитал. Зашел на вовхит и прочитал. Какая хуйня. Не знаю, что это. Пошел в рейд, прочитал, что вообще в нем. Что там за боссы и так далее. Я помню, один раз спросил в РСке, куда метку вы выносите и все. Как-то так. Все же есть в нашем сайте. Сервера есть гайды, есть все тактики. Есть база данных, бой. Все там написано. Даже сточен наш сервер. Давайте бафаться. А куда мы ловушки выносить будем? Какие ловушки? Какие ловушки? Да обычка, ты че? Чек, каску по роге. Чё не хватает, быстрее говорите. Интеллект маги. А чё у тебя питомец такой босяцкий? Аминка готов. Аминка, ты тут? Лапу дайте. У меня его не дамажит тут. Кто не дамажит? Эгвард. Так, протопал, ты знаешь, что тут делать? Сбирать трэш. Смотрите внимательно. В общем, первая фаза. Здесь стоит протопал. Здесь будет трэш в черепе. Видите? Сюда надо выносить чуму. Теперь. Шаман, поставь тотема в череп. Здесь будет стоять РДД зона. Милики чуть дальше впереди. Буду говорить, на ком чума, на ком осквернение, кому что сделать. То есть я за вас все делаю. То есть... За вас считать думаю, вы просто это исполняете. Не убьем с первого трая тогда. Стой в РДД зоне, ты РДД и хил. Поэтому звездочки стой. А, по станам. Блин. Протопал, ты сможешь станить трусы? Да будет так. Валик станет. Да забей. Ну, постань трусы последнюю Вальку. Встань, не вкачан. Встаньте в звездочку, сова, гаси. Красотка, в звезду встань. Или я тебя кикну с рейда. Шаман, встань в звезду. Награждение.
Чего? Выражение было. Сейчас будет чума, 5 секунд. 3, 2, 1. Чума на мне. Смотрим, как я выношу чуму. Хоп, вынес, диспелил, забежал обратно. Все, два действия. Ничего больше не надо делать. Гасить это ВРК? Может, ты отойдешь звездочку? Бля, если на него перекинется чума, я его кикну. Это протопал, ты стань шаркуща, когда у него выступление. Узумаки, давай выносим. Станешь молот правосудия, гнев небес. Не, я понял. Хант, снимай вступление с шаркаря, если есть. Да, просто я тут смотрю, за вопросы такие задают, что надо походу все объяснить. Так, второго шаркаря забери, прожимай срезку. Второго шаркаря забери. На тебе каплю. Бьем духа. О, блин. Джейн. Хотя же вроде просто шаркнуть, чуть не задавал вопрос. Я просто на всякий случай. Да, кунгу. Кун. А, не, кун, ничего. Авиценна, давай гимна маму. Рэндж наберите. Кресты, канты, бьем сферы. Вы видите, что сферы дамажит рейд? Сфера соединяет игрока с помощью луча. Этот луч дамажит людей, которые рядом с ним стоят. Все очень просто. Сейчас начнется вторая фаза. Мы все будем стоять в звездочке. Попробуй застанить одного шаркаря. Шары добить, на шары не идти, откинут вас, на шары не идти, на шары не идти. Блять, кресты вы будете бить? Чума в рейде, блять. Ну почему ты чуму отнес в рейд, скажи мне. Давайте, Рост, становимся в звездочку. Сейчас, не понял. Звезду встали, в звезду все встали, быстрее, в одну точку. Играем в вальки. Все в вальки, играем, звездопады дали. Через кружок играем, с центра всем выйти, сейчас будет осквернение, 3 секунды, смотрим осквернение, beautiful, классно вынес, прямо в центр, молодец. Видите, вот это осквернение, это лужа называется, с этой лужи надо выбегать из рейда. Сейчас будет вторая лужа и вальки. Лужу выносим влево, к порталу, видите, портал, слева от лича, туда лужу выносим. Весь остальной рейд смещается вправо, отлично, вправо. Право это трон. Смотрим внимательно. Сейчас будет первая валька. Скажу всем разбежаться. Все, давайте. Вправо ушли в трон. Вальки разбиваем по возможности. Смотрим осквернение. Отбежали от осквернения. Отлично, играйте. Играйте вальки. Все вальки играем. Лолиточка, стань ромб. Кружок, алло. Кружок за кружок убейте. Господи, это войд. Бля, как троих слили? Слили на рейндж. Ололо. Станьте звездочку. Не, водите не на влог, блядь. Ну, быстрее под лича. Играйте в кружок. Я в кружке, блядь. Кружок играем. Стан. Кружок. Давайте, ромб. Ромб еще. Осквернение 3 секунды. Выйти. Выйти со осквернением на рейндж. Я что-то провтыкал, как вот эти два хила с пятой пати сдохли. Они что, просто на платформе умерли? Я в ахуе с вами, честно говоря. Давайте все на край, будет переходка сейчас. Да, короче, вот, Лита, можешь этих двоих кикать с гильдии, это необучаемые просто люди. Они вам просто боль принесут в рейд, серьезно.
третья. Чувак, я так-то рейдил, я тебе говорю, я давно не играл, новички не напасть. Да нет, из-за тупок может так упасть, честно. Да при чём из-за тупок? Ты просто, я не знаю, может, из-за дрот тебе сделал, какая тебе разница? Ну, какая разница, что... Да, да вот, например, я сказал, что он взял, что он говорит, научит, он сделал, ну чё ты там делаешь? Блядь, короче, заткнись. Может, наш рыб побежали? Долбоёб. Тихо, не мешай людям, закрой рот. Замут, замут этому дураку голос, он реально какой-то конченый. Да ты дурак, еблан. Бейте шары. Каким надо быть... Ты на работе, еблан. Чтобы не отбежать от платформы. Где команда? Бейте последнего духа. Извини, не там, блин, легкий. Давайте все на платформу. Кто на платформе остался, плюсики? Нет, ну. Давайте все к звездочке идем. Протопал, ты духов знаешь, как убивать? Хлопать. Давайте смещайтесь все к звезде, духи сейчас спустятся. Они наносят урон, когда взрываются по вам. Осквернение. GeForce, куда ты бежишь на меня? Иди взрывай духа. Сейчас духи спустятся, GeForce. Тарелку, мастаун. Надо. Ладно, идем на другой край. Служи, выйдите, что вы по ней ходите? Она же растет. Так, на мне осквернение от черепа отбежать. Джерри, он кружимся. Сорян, Джерри, я тебе каплю дал. Убежали от духов. Зачем вы ротам? На ДК, ДК все спокойно затанчит. Есть? Гаси, подымай протопала. Спойте гимн Аману, если есть еще. Есть. Пой и отбегайте к звездочке, сейчас будет осквернение. Понимаете, у нас ни шамана, ни протопала, ни дьявола. Сакры нету. Беги, беги, 3% долго еще. Идемте за звездочкой. Побежали от духа, прячься опять за лича. Сквернение сейчас еще будет, подожди. Одна секунда, Авиценна. А, все, не будет. Да не, вот чё, такие... Блядь, такой потный меч, пиздец, просто. Вот этот шаман и друид, из-за них и потный меч выходит. Такие люди, ты им объясняешь что-то? Они этого да не... Ничего я могу понять, ты мне послушай, я тебе говорю, первый раз я здесь. Не понимаю я, как что делал. Я сразу сказал, что я шел. Ты послушай меня, я сразу сказал, что я иду сюда вагоном. Меня взяли вагоном, видите, я вчера об этом с ним разговаривал. Пришел ты, значит. Ну а ему-то непонятно. Он меня, например, обозвал дураком. Если ему-то непонятно, значит, мне надо ему объяснить. Ну да, дурак, могу еще раз сказать. Ты конченый просто, смысле, дурак. Ладно, ладно, ладно. Да успокойся. Даже потому, что я не могу играть в Бог. За этого дурак. Не нужно жизнь. Это пиксели. Зарабатывать инфаркт на этом деле. Последние вообще. Послушай, я все равно буду говорить. У меня может быть жизнь, но не хочет, чем у тебя. Почему есть дурак? Дурак, ты был получается. Ты играл в Бог за дворство, пока я что-то сделал. Дурак ты. Че ты мурчишь? Не нужно быть
за дротом, чтобы отбежать от платформы. Ты кончишь, ты что несешь вообще? В смысле не нужно быть? Нужно жить, а не играть в бог. Да, не нужно быть за дротом, чтобы отбежать от платформы. Я работал 12 часов и пришел поиграть в бог нормально, а тут приходит какой-то кретин и начинает... Да успокойся. Ладно, ребят. Я спокоен. Я спокоен. Я дважды меня назвал врагом. Ну потому что тебе нравится тебе не играть знаешь, в Бог, не хочешь, тебе нравится играть в Бог, не хочешь разбиваться, Бог, дураками людей не убивать, мне хочет вообще, я просто дурак, с первого раза, сука, еще что-то понял. Говоришь мне здесь. Да успокойтесь, ё-моё. Я спокоен, ты с первого раза тоже не понял бы. Да, что с первого раза? Нет, ты такой пиздец умный. Да нет, я вроде не умный, я тут не говорил такого. А что ты хуйню когда говоришь какую-то? Да потому что ты долбоёб. Ребят. Дурак, и значит, еще раз повторю. Ребят, вы меня извините, но я сейчас врублю админку. Вот давайте мы потом вот это вынесем. Привет, давно пора. Прости, Тартас! Твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Сука, ну. Так, давайте скорбное молчание сохраним вот до конца, ладно? Нет, лучше кикни от этого дебила, лучше кикни с гильдии, потому что он реально не понимает, что ему говорят. Ты там грузчиком работаешь 12 часов в день. Ебать, не должно быть ему работы. Ну, просто не плюсуй в рейды, не ухудшай людям жизнь. Я тебе еще раз будущий, все работают, блядь, не ты один. Да мне не убежит, а вот там тебя взяли. Спрашиваешь, когда ты не будешь за образ жизни, я не приду. Так, Туши свой пукан уже. Я не взял пукан, Иван. А мне не знаю, гайды посмотри. Так, ребят, сейчас, пожалуйста, никто не летает. Мужчины, говорю, с людьми прежде, я тебе играю с такие игры, Иван. Милики отошли. Да офнись уже, дурачело. Ты дурак. Ты что добился? Успокойтесь, ё-моё. Ты играешь в Вов. Ты играешь в Вов, ты конь. Ну, а ты не играешь в Вов. Так, осколок кому-то надо, роли. Что такой? Мы внутри гильдии разберемся. Сейчас мы дошли. Спасибо за то, что мы дошли. И дальше мы уже как бы в гильдии все обсудим, да, там, как будет дальше в рейдах и так далее. Нам сейчас спасибо, что дошли. Мы разраливаем шмот и честно идем спать. Не, что я хотел сказать, вот из-за таких людей, и у вас и рейды по 3 часа, что вы берете таких вагонов, которые тупо просто ни хера не знают и не хотят знать. Он как вагон, честно, видимо, предупредил Релла, когда шел, да, что и Релл счел необходимым его взять или возможным. Я понимаю твою логику. Но... Ну смотри, просто ну, давай. Вот сейчас смотри, у нас в рейде 25 человек. Считай, что мы идем в 23, потому что те два дурачка. Просто себе, просто ходят по платформе. Я не знаю, как вы, не заметили или нет, вы там дамажите, хилите, но я все замечаю. Вот эти два дурачка, они просто ходили по платформе, что-то раз кастанули раз в 10 секунд, и все. Ну, это не, я не знаю, как... Не, ну, согласись, первый раз человек, который первый раз на мече, тяжело сориентироваться, и вообще, как бы... Так, давай мы с тобой... Я с этим согласен, Олег. В такой степени. Ты лот можешь разруливать все. Олег, давай, может быть, ты разрулишь, на меня поставь какой-нибудь крестик, и я буду его раздавать. Ну тут я не знаю, тут проблема в Релле, который его взял просто, и все, я не знаю, что вы развели полемику. Да. Просто думали, наверное, захилить Вальку там, ну или не захилить там, сколько убили, столько убили. Вы еще, Рео, ты когда 25 гир пойдешь? Шлем летели. Чего? 25 гир, когда пойдешь? Не знаю. Когда так, он пойдет 25 ребят, гир, сейчас. Тебя не возьмут точно. Кого? А что ты мне звездочку кинула? На тебя весь лут. Так, давай я возьму. Кого не возьмут точно? Да, рольки уже. Давай, я беру Олег, адекватных людей в рейд, которые слушают и просто делают то, что я говорю. Чё ты, ну ты мне кинул звездочку, у тебя весь лут. У тебя в сумке. Так, я просто не рел, я не разраливала, поэтому... Так, объясните мне, как это... Просто кидаешь в ту шмотку в чат.
ее рулят. Кто выкинет больше, тому в обмен кинешь шмотку и все. Я поняла, ладно. Дайте ей помощника, чтобы она хоть объявление рейду делала. На, держи рейд. Кстати, да. Ладно, давай не просто все вещи, я быстро разрулю. Давай, это будет проще. Так. Ты звездочка? Да, давай звездочка. Что там вообще упало? Да там, не знаю, быстро. Зов там что-то. Слича, посох на не упал. А Синдри что там было? Клык. Алик был? Клык. Сижу, жду, блин, выпущу. А, и клык я не разролю. У меня уже есть. Сама разролишь клык. Хорошо. С лича упала Аркус, зов, упал пристлок. Так, давайте печеньку ролим, паладин, жрец, чернокнижник. Защитника ролим, воин, охотник, шаман, две штуки, первые по ролю, два человека. Походу нету таких. Покоритель. Надо кому-то. ДК, маг, разбойник, друид. Давай трейд, гаси. Где ты? Так. Пояс на Мелика платного. Фурик ФДК. Тади, а ты на кого-то ролишь? У меня вопрос. Или ты на себя ролишь? Так, Аркус. Ты кому сейчас? Ужас. Мне как бы это пояс-то не нужен, просто суть в том, что этот фраер как бы на два спека ролил, и на танка, и на ДД. В смысле, что значит фраер, если ты не ролишь, не слушаешь, что вообще здесь происходит? Что значит фраер? Что за вообще за похабные разговоры? Ты кто? Дэлс выиграл Аркус, а ты зов разрушил. Зуб, ФДК, нужен? Такой же дятел. А кто это сейчас говорил? Это твит? Вот этот человек, котяник. Ухабный десны. Блин, ты там нажми выключить звук хотя бы игровой. А то пиздец так орёт он. Подождите, еще клык упал. Мы еще с клык разрулим. Клык, у нас есть же этот протопал. У нас основной спек, вроде другие на танка не ролят. Ну, я как бы на танка ролю. Ну, может, это еще понятно. Да. Шею ты еще, кстати, забыл отдать, разрулишь. Ну и за сколько мы прошли? Да хуя. Клык, вон, рольте. Быстренько, посуду. 15 минут бить и... Лича из-за вот этих дураков, которые на платформе остаются. Так, еще шея. Не, ну мало ли, просто... Платформа светится, паника, надо убегать и прям на шар. Бывает и такое.
Да еще ни разу не был. Все, кто с нами шел от начала до конца, тем большое спасибо за терпение. Тем, кто нам помог пройти, тоже большое спасибо за помощь и за терпение. Олег, тебе отдельное спасибо. Ну ты же ГМ гильдии, верно? Делай что-то с этими людьми. Не знаю. Просто переходи к нам в гильдию. Нет, не слушай его. Просто если вот так будет продолжаться по 3 часа рейда, люди будут просто ливать с гильдии, и неохота сидеть здесь. Ну, это понятное дело. Ну, у нас, слава богу, такого беспредела, я уж не помню, когда последний раз. По-моему, даже никогда. Поэтому, ну, сегодня это был тяжелый рейд. И вам, ребят, большое спасибо, действительно. Ну, вот эти два типа мне нервы попортили немного. Вот этот Гашмар, ну, извините за мат, но это просто конченый долбоёб. Я таких давно не видел людей. Извините, конечно, но... А я, говорит, работаю, никто, блядь, кроме него не работает, короче. Ну, вы же, ну, как бы, с одной стороны, ребят, вы же прекрасно знаете, да, что... Ну, может быть, я сама недавно начала играть, поэтому у меня еще это все свежо в воспоминаниях. То есть, когда действительно попадаешь первый раз, все равно, вот как бы там гайды не читал, да, все равно ты ни хрена не понимаешь, когда ты оказываешься среди... Там 2-3 раза надо побыть, посмотреть. Я помню своего первого лича. Вот. Я своего, если честно, то нет. Ну и потом, ну, я там всегда ведь у вас, как бы, ребят, ну вы топовая гильдия, что вы хотите? У вас люди знают четко свои классы, да? То есть они идут с определенным уровнем амбиций. А, как бы, есть игроки, которые играют для прогресса, есть игроки, которые играют для того, чтобы... То есть они еще не понимают, во что они вляпались, проще говоря, да? То есть что надо знать класс, что это не просто там проведение свободного времени. То есть, может быть, давай это из этой категории. Абстрагироваться от топ-гильдии и от того, что мы задроты. Я, например, захожу в игру там раз в неделю или два, вот эти два дня по 3 часа. Давай от этого абстрагироваться и возьмем просто простое логическое мышление у человека, реакцию, там, ум какой-то. Вот эти три вещи у этого дурачка отсутствуют, походу. Просто какой-то неадекват. Ну, извините, конечно. Вот и все. Причем здесь гильдия, там, задротство, что мы там все знаем. Это надо мозг хотя бы включать раз в год. Шаман не включает мозг. Можешь ему включить голос, просто интересно, что он там расскажет. Ну, сейчас бомбить будет. Нет, я думаю, что это будет очень долгий, неприятный разговор, и на сон грядущий, оно, в общем, никому особо не надо. Да, не, я все равно сейчас работаю, 12 часов вот буду сейчас. Интересно послушать его, раз фон будет хороший. Надо просто спокойно пообщаться без вот этих, без криков каких-то, без перебиваний друг друга. Это бы показало высокую образованность, интеллигентность человека, уважение друг к другу. Да, давайте попробуем так пообщаться сейчас, включаем голос. Если человек первый раз попал в СЛК, то понятное дело, что он не понимает, что здесь происходит и что вообще к чему. Мы это уже поняли. Как бы... А как он прокачался, как он перс купил? Не, ну он там 5к, допустим, да? Банально, когда качаешь, ты сама осознаешь всю вот эту механику более-менее. Слушайте, о чем вы вообще здесь говорите? Рейд собирали не вы. Людей набрал другой РЛ. Он взял тех людей, которые посчитал нужным. Там кого-то без опыта, кого-то вообще, блин, нулевым. А вы здесь сейчас обсуждаете, там, кто дебил, кто не дебил. Это вообще не нормально. Людей взяли их, людей вели. Ну да, А вы здесь такие, блядь, Д'Артаньяны зашли, блядь, из топ гильдии. Охуенные парни. Этот дебил, этот, блядь, не дебил. Люди здесь были набраны по определенным причинам, и все. По твоей логике, РЛ всегда прав, и РЛ может взять любого. Какая даже разница? Просто набрал людей. Все, ну, он посчитал набрал, это нужным. Он набрал людей, вот и набрал ты людей. Ты просто довел рейд. Ты довел рейд из того, что было. Все. О, подожди. А вот сейчас собрать и довести рейд намного сложнее, чем пойти с нуля, потому что желающих пойти на три голимых босса, и то не факт.
Немного. Да нет разницы, дошли и дошли. И если бы не дошли, да и хер с ним. Не надо поливать людей грязью. Люди разные. Нет, были так... люди, хрен с ними. Вот те, которые были люди, и нужно было с ними работать. Ты за это взялся? Молодец, довел до конца. Не надо поливать людей грязью. Это очень плохое вообще занятие. Ну, я понял твою точку зрения, ты именно, не осуждаешь меня в том, что я там оскорбил пару людей. Я никак не рассуждаю, я вот просто слушал это все, и меня сложилось не самое вот приятное мнение вот об этом разговоре вообще в принципе. Не надо поливать людей грязью, причем тех людей, которых уже здесь нету. Они не могут за себя сейчас ответить, я не знаю, там... Он сейчас сидит в РК. Поговорить с тобой. Ну смотри, какая задача вообще у рейда должна быть? Эту задачу, прекрасно понимаю, мы ее выполнили, мы рейд закончили. И это хорошо, все замечательно, все разошлись, аплодисменты. Не, ну... В принципе, он первый раз попал на лича. Смотри, он лужу в толпу не занес. Чуму, ну, в принципе, чума на него не падала, да. Вот, ну, вроде как разбегался, когда говорили разбегаться. Вроде все правильно делал, но... Согласен, это не повод его обзывать последним. Он уже мертвым был словами. Не повод, абсолютно. Человек нет. Впервые здесь. Можно скажу? Я вот сам хотел сказать, ты мне говоришь, закрой рот. Ну, в этом роде, начал называть меня дураком, я тебе объяснял, то, что я сразу заранее сказал в рейде, то, что я не могу играть, я не знаю вообще этот инт. У меня не настроен ни аддон для этого, я не смотрел никаких гайдов, ни до этого я не играл 3 года. Ты можешь понять это? Я пришел сюда играть в WoW, потому что меня с работы затянул чувак снова, я просто для удовольствия играю. А ты здесь начинаешь рассказывать мне, какой ты офигенный, а какой я дурак. Ты был неправ. Ладно, ладно. Извини, что ты был дураком, ты доволен дураком и другими нехорошими оскорблениями. Дело не в том, что доволен или нет, я хочу, чтобы просто ты понял это, мне неприятно. Ну, смотри, смотри, я пришел в рейд, собрал рейд, начинаем... Ты его не добрал, ты его добрал, давай начнем с этого, то, что ты добрал этот рейд, которым я уже сразу заранее был готов хоть всю ночь идти, потому что мне было интересно пообщаться с гильдией, в которой я недавно вступил. И я с ними уже общался в РК, эти люди мне понравились. Я им сразу сказал, что не могу играть в Я их полностью весь устраивал. Я не из-за того, что там тупой или что-то. Я, в принципе, хотел с ними рейдить и нормально проходить обычку, учиться. А ты повел себя грубо и начал нести дичь какую-то полную. Все в курсе того, что я не умею играть. Я все это сказал. И с каждым я в гильдии в РК пообщался об этом. Они мне объяснили, как надо одеваться, что надо делать. Мне для начала сказали взять 4700, просто купогэшка. Я этим и занимался. И то, что я с таким ГС попал в этот рейд, это вообще случайность. Из-за тебя, кстати, здесь девчонка, красотка Дру, она тоже, да, она не умеет играть. Она тоже из-за этого кипела. Я не говорю то, что там это, она правильно делала или что, там люди разные бывают. Она кипела. Ну смотри, я слышу сейчас. Я тебе все объяснил, здесь даже смотреть не на что. Я тебе прям все рассказал, ты уже себе повторил. Тебе вот до этого человека это объяснял, я понимаю. Ну ты будешь дальше говорить или... Ну да, я говори, скажу. Говори, но... Ну смотри, я добрал рейд, мы начали хилить Вальку. Я смотрю, что 2 хила... со мной вообще ничего не делают, и я им начинаю нормально объяснять. Зайдите, пожалуйста, в порталы, такой желтый кружочек. Будете летать за звездой. Потом я тебе сказал, хиль Вальку таким-то способом, если ты помнишь, быстрена. И я дурак. Идет там 2 волны и так далее. Нет, я тогда тебя так не называл. Нет, килим дальше. Это, дураки, они вообще конченые, кикни их из гильды, потому что они тебе не нужны. Они тебе всю малину испортят, с ними будет беда. И так, я же до этого еще не дошел, ты меня перебиваешь. Дошел, говори, сразу сказал так. Я же тебе могу объяснить хотя бы, почему я так сказал. Или ты меня будешь дальше перебивать. Почему ты это сказал. Ну ты да. Ты это сказал. Неважно, я тебе объясняю то, что вот это было. Это важно.
Это не важно. Я тебе еще раз объясняю. Я новичок. Ты если людей не знаешь, то что здесь бывает такой контингент, они просто тупо везде одни задроты. Ну так я же это...